Всем привет! Заказала доставку продуктов домой, чтобы самой не идти в магазин. Так, что я взяла? Хлеб, салат айсберг, морковка. Так, а такое я не заказывала. Я заказывала обычные пончики, это я точно помню. Ну ладно, на замену тоже, в принципе, неплохо. Такие вот булочки, еще бананы. Так, дальше что? Заказала детям мороженое. Они у меня любят вот эти полз клубничные, поэтому я решила заказать только их. Предыдущие еще остались у нас обычные, а вот клубничные они сразу все съели. Так, что еще? Помидоры, огурцы, лавровый лист. Заказала еще лаваши. Я подсела на кебабы. Теперь буду постоянно их делать, пока не надоест. Так что сейчас как раз вот распакую все и пойду готовить сразу. Так, картошка. Так, мясо. Я заказывала 3 килограмма, а тут, мне кажется, даже килограмма. Ну да, почти килограмм. Так, яйца и крем-сыр. В принципе, все покупки. О, дети вернулись. Какой вкусный ужин. Ням-ням-ням. Даяна там тоже кушает. Нравится тебе? Да. Даяна обожает кебабы. Так что мы ужинать. Всем приятного. Аппетита! Всем приятного аппетита. За дорогу не видно. Да. Где она? Столько снега. Всем доброе утро. Снежное доброе утро. Вот насыпала. Доброе утро. Прям настоящая зима. За ночь только снега насыпала. Давай, мама, переходи дорогу. Но. Знаешь, мне нравится хруст снега. Нравится хруст снега? Мне тоже нравится, когда такой хрустящий снег. В садик мы сегодня идти будем, мне кажется, долго. Я разрушаю снег. Аккуратно. А я, кстати, до сих пор в кроссовках. Не купила себе еще зимнюю обувь. Ой, красиво как. Пошли вперед, давай. Попрыгун. Ой. Пошли. Пришла с сада, успела даже поспать часика два. Лежу тут, греюсь теперь под двумя одеялами и пью. Как вы думаете, что я пью? Кофе? Чай? Не. Вода такая, прям как почти горячая, но можно пить. Потому что иначе дома холодно. Хотя показывает 21 градус в квартире, но если не шевелиться и долго лежать, то быстро замерзаешь. Плюс еще полы довольно-таки прохладные. Так что топит в этой квартире не очень. Так что пью, согреваюсь и уже, наверное, где-то через часик пойду на почту. Мне там пришла посылка. Решила я все-таки сначала приготовить обед, потом уже пойду на почту. У меня будет салат из печени. У меня будет такой супер легкий вариант салата. Я обжарила печенку уже с морковкой вместе. Мне так больше нравится. Отварила картошку и огурцы. Все это надо закинуть в миску, посолить. Совсем забыла. И, конечно же, добавляем сметану. Обожаю такой салат. Можно добавить еще отварное яйцо, но я не стала отваривать. Мне и так будет хорошо. Сделала еще кофе. Сейчас буду обедать. Всем приятного аппетита! Так, ну что, вернулась я домой. Вот такая вот большая тяжелая коробка, 11 килограмм весит. Как вы уже догадались, да, там у меня новая посуда. Потому что мы старую уже практически всю перебили. У меня все там по две тарелки, что-то по одной. Поэтому мне захотелось что-то новенькое. Надеюсь, там все целое. Страшно, что что-то может быть разбитое. Так. Ну, запаковано хорошо. Вы посмотрите, какое красивое. Класс. Мне нравится. Круто. Я довольна. Так что у меня теперь будет новый комплект посуды. Идеально.
Распаковала я в итоге всю посуду, чтобы убедиться, что ничего не побито. Все в отличном состоянии, никаких сколов, ничего. Каждую тарелочку проверила. Единственное, вот эти суповые тарелки, я все-таки думала, что они будут как поглубже, более объемнее, что ли. Потому что тут довольно-таки маленький объем. Ну ладно, как бы, ладно, придется тогда, если что, кто захочет, добавку докладывать и все. Ну а так, мне нравится, класс. Еще бы к этому комплекту найти такого плана кружки, ну или хотя бы что-то похожее вот в этой цветовой гамме. И было бы вообще замечательно тогда. Супер. Всем доброе утро. У нас за окном дождь идет. Снега практически не осталось. Не люблю вот такую грязную, мокрую, скользкую погоду. Лучше бы тогда был бы снег с сугробами. Так, а я тут собралась, привела себя в порядок, пыталась закрасить. Ой, то, что надавила сегодня, сделала только хуже. Был просто прыщик, начала давить. Короче, он мне весь... как распух, кошмар, но полулба почти. Надеюсь, быстро пройдет. Я сейчас собираюсь ехать в центр, хочу походить просто по магазинам, мне надо забрать там один заказик, и хочу зайти в магазин еще купить вот эти духи. Это по типу аналога Tom Ford, тоже очень похоже, немножко нежнее, конечно, ароматы, но довольно-таки стойкие. Вот у меня 3-4 дня держится вообще отлично. И по цене что-то было без скидки 28 евро, если не ошибаюсь, а я со скидкой взяла за 20 вроде бы. Хочу посмотреть, есть ли скидка, хочу взять еще один флакончик, потому что, ну, цена, я скажу вам, очень низкая. Так что я сейчас буду уже собираться и поеду. 14:30. Вернулась я домой. Особо по магазинам не походили. Я встретила знакомую. Ходили, болтали вместе с ней. Забрала свой заказ. Я заказала человеку в подарок вот такую маечку с бегемотиком. Сама выбрала рисунок, распечатали. Правда, получилось маленький, но сказали, что большой не могут сделать. Будет, иначе тогда качество не очень. Так что такую майку заказывала. И зашла в магазин, купила декор ближе к Новому году. Хотя, я думаю, уже, может быть, неделька... Где-то через неделю, наверное, уже буду украшать квартиру, может быть, в первых числах декабря поставим елочку, наверное. Короче, посмотрим, будет видно. В принципе, в этом году я особо декор не хочу никакой покупать. В принципе-то есть с прошлого года все. Наверное, какую-то мелочь еще докуплю. А так не планирую в этом году особо тратиться, потому что в прошлом году я покупала весь декор практически новый. Поэтому в этом году нет, стоп. Так что вот такие вот покупки. Наверное, на этом и все. Буду заканчивать влог. Пока влоги будут выходить, как и выходят, 1, 2, 3 влога в неделю. Попозже, уже, наверное, после Нового года, я к вам вернусь, как и раньше, на ежедневные влоги. Поэтому я сегодня буду с вами прощаться. Всем пока-пока!